Мистецтво оточує нас всюди – вдома, на роботі, на вулиці, а іноді воно приходить навіть до готелю. До Києва ця традиція також прийшла. Нещодавно в одному з готелів міста була презентована експозиція художника Олександра Воцмуша під цікавою назвою «Хочу». Чого саме хоче художник, артисти вирішили дізнатися, приїхавши на івент. Основний мотив ваших произведень – це жінка. Чому? Тому що я парень і мені подобаються дівчинки. Олександр Воцмуш – художник, ілюстратор, музикант, поет та письменник. От дівчинки в красивих одеждах, просто дівчинки. Цей проект – серія робіт, що зображують жінку у різноманітних нарядах. Адже, на думку автора, жінка завжди хоче нову сукню. Цікава думка. Жіночий одяг може багато чого розповісти. Хотілося мені показати крик одежди про боль, пороки, щастя людства. Тобто все, що внутрі у чоловіка, те, що він скриває в собі, вдруг починає проявлятися на його одежді. Подивитися на одяг героїнь художніх витворів прийшла зірка сучасної української моди. Ви, як звичайно, потрясающе виглядите. Навіть не знаю, я вас чувствую. Шикарне плаття. Я не знаю, хто дизайнер. Український дизайнер, між прочим, дівчинка, ви повинні були б її знати. А ви сьогодні на виставці. Достатньо неординарний, тому що це не галерея, не музей, це отель. Но вот вы сегодня пришли сюда. Почему? Ну, во-первых, мне очень нравится графика. Я сам графист по натуре. То есть, ну, я не то, что я рисую, нет. Что, не начали еще писать? Нет, еще не начал рисовать. И вообще считаю, что каждый должен заниматься своим делом. А ну, все-таки художник достаточно спорный, я бы так сказала. В общем-то, если судить о веяниях современного искусства сегодня, то он ближе в некоторых моментах даже к салонной живописи. Вас это не отталкивает? Каждого есть свое мнение, у меня есть свое мнение, но вот мне очень, допустим, нравится эта работа. Ну, это, наверное, потому что по цвету. Ну, нет, не потому что по цвету. Цвет, конечно, всегда очень сильно влияет, но в данном случае мне нравятся эти девушки, которые, скажем так, девушки на выданье. То есть они прихорашиваются для того, чтобы встретить свою будущую судьбу. То есть некоторые девушки вот здесь, видите, в таком полубелье, а некоторые вот девушки вот красят губы, некоторые подкрашивают грудь свою, соски, скажем так. Вау! Вы коллекционируете современное искусство, кстати? Еще нет, потому что я не так много зарабатываю для того, чтобы... Ну ладно, мы можем найти вам что-нибудь доступное. Пока что в моей квартире, кроме творений Жени Гапчинской, которая нарисовала... Не говорите никому, что у вас Женя Гапчинская в коллекции. Ну, то это мувитон. Ну, я понимаю, но тем не менее, как бы, если она нарисовала меня, вот пока что никто меня больше не нарисовал, кроме нее. Так, надо поработать над этим. А кого вы еще знаете из украинских художников? Так, ну, кто? Анатолий Криволап, знаете такого? Нет, не знаю. Атистов. Кстати, тоже платье делал с принтами пальм, своих же собственных. Он пальмы пишет, Атистов, Олег. Кстати, да, вот я где-то о нем читал в интернете. Это я помню. Угу. Мені потрібно, щоб ви мені зробили якийсь тренінг. Та не вопрос. Людей на виставці зібралося чимало. До речі, гості непрості. Окрім Андретана, помилуватися мистецтвом прийшли посли, культурні аташе, колекціонери та обличчя телебачення. Ну, какие-то присмотреть. Посмотреть-то мы все уже успели, правильно? А присмотреть коллекцию сегодня? Присмотреть. Вот, надо будет сказать о работе, которая мне нравится. Ну, давайте. Тем, что я нахожусь максимально далеко от этой сферы. Это интересно. Как познакомились с художником? С художником познакомились очень замечательно на пленэре в Крыму. Когда я приехала, было 6 художников, и я сразу поняла, что его картины самые талантливые, самые интересные, самые стильные. И, естественно, захотелось, но это так было просто, потому что он очень человек, идущий на контакт, очень приятный, красивый, талантливый. Это не сложно.